Ну, в общем, все как всегда, когда занимаешься фигней, получается фигня. Так, антисептик пока уберем в сторону. Принес тряпочку, тряпочкой. Пистолет. Все. Обтираем. Этот внизу пока оставим. Все равно пол тоже буду красить, поэтому хуже, думаю, не будет. Так, пистолет еще. Пистолеты, что значит? Пистолеты из настроек есть. Ну, как я понимаю, опять же, кто больше специалист, поправьте. То есть есть расход, вот это. Я его пока закрутил на минимум. И есть угол распыления, это вот это. Я его сделал чуть-чуть пошире, чем минимум. Ну, сейчас будем пробовать. Еще раз говорю, что никогда в жизни не пробовал, поэтому не обессудьте. В процессе может стать шумно, компрессор будет качать. Ну, компрессор хотя бы я сейчас пока выключу тогда. То есть восьмерка накачана, компрессор выключу. Пробуем покачать, чтобы шума не было. Будет шумно, ну, выключу. Давайте попробуем. Так, пока идет воздух, ничего больше не идет. Так. Ставим пистолет, откручиваем чуть-чуть. Где-то, ну, 2-3 оборота я открутил. Пробуем снова. Ага, что-то пошло. Пошло, но мало. Значит, ставим. И еще делаем, наверное, 1, 2, 3. То есть 6 оборотов примерно. Пробуем. Так, что я могу сказать? То есть, вот смотрите, покрасил я буквально там, ну, пол квадратного метра. Извините за дёрганье телефона. Вот, компрессор сел почти, ну, до 3 атмосфер. То есть, на выключенном компрессоре тут ловить нечего. Качать надо в постоянную. Так что, давайте я сейчас компрессор включу немножко. Под шумок поснимаю, покачаю, потом выключу и в конце включусь, уже покажу, какой получился результат. Включаю компрессор.